Значит, теперь я положил два кубика чугунных. Попробуем, наша вода, этот нагреватель, попробуем спаять им тем же припоем на первый случай. И вот так внахлёст. Я не знаю, как он спаяется. Ну, я вот паял медь к железу до этого. Я вам говорю, я это первый раз в жизни делаю, поэтому, возможно, я делаю ошибки туда-сюда. Ну вот чугун, по-моему, я один раз пытался паять вот этим серебром. Посмотрим. А дальше попробуем еще что-нибудь другой какой-нибудь припой. Так. Нагревается быстро. Я убавлю мощность на нагревателе. Нижний кубик быстрее прогревается немного. Дадим пропитаться в верхний, чтобы когда поплывет серебро, чтобы у нас там была температура. Вот оно. Серебро уплыло, только не знаю, насколько далеко. Чуть-чуть дам температуры, потому что я не уверен, как оно туда заплыло. Ну, вроде вот сейчас заплыло хорошо, вроде бы. Окей. Сейчас я еще поближе сделаю. Что-то резко теряется. Что такое? Почему так? Ага, вот. Видно, что серебро вроде бы заплыло в глубину. Где-то на 3/4 хотя бы шва. Не знаю, что в таких случаях делать. Поливать водичкой или просто дать ей отдохнуть. Малиновый боюсь трогать, ну, в общем, остынет, посмотрим. Значит, вот наша пайка на этих чугунных кубиках. Как видим, вроде бы серебро протекло неплохо на глубину туда. Здесь оно, конечно, не появилось сзади, но вот здесь вот видно, что вроде неплохо. Значит, я так нахлёст специально, чтобы зажать тиски, попробовать оторвать шов. Что вперед сломается? Сломается чугун или оторвется наша пайка? Значит, вот наша пайка чугунная в тисках, и я хочу ударить не молотком, не резким ударом, а наоборот тяжелым плавным ударом, таким как бы, чтобы не было резкого раскола в чугуне. Да. Видите, пайка выдержала, а чугун сломался. Ну, возможно, это как бы пайку внахлёст же оторвать не очень легко. Да, давайте тогда припаяем вот эти два кусочка назад, да, и попробуем уже их оторвать вот так. Как получится, что получится. Значит, вот наша новая пайка в торец. Первая не получилась. Значит, два похожих кусочка чугуна. И я их положил на камушек, чтобы выровнять более-менее. Далековато от спирали, не очень-то торопится греться. Но вроде бы цвет стал терять. Да, что-то медленно. Все, заплыло серебро, и вроде бы как аккуратненько очень заплыло, да? Долго ждали, но зато долго запрягали, но зато будем быстро ехать.
пусть остынет. И потом проверим. Что-то еще там бурлит какие-то. Значит, вот она наша спайка. Пролился вроде неплохо, но не на 100%. Вот здесь уголочек вроде бы не пролился, но вроде неплохо. Попробуем сейчас отломать опять, поломать, где он сломается. Значит, в тисках я выдвинул шов на толщину бруска. Значит, если рычаг здесь, то и здесь рычаг будет примерно одинаковый. И такой же чушечкой ее отломим, значит, на нагрузку, да? Держится неплохо. Значит, сорвался шов, разорвался. Где вы там? Вот он. Резкости нет. Да что ты вроде? Только выключил, резкость навелась. Значит, вот так выглядит шов. Видите, в середине снизу уголочек не пропитался, а так чугунные зерна проглядывают. Вроде бы шов был более-менее такой крепкий. Ну, вот эти, по-моему, полоски горизонтальные, это отпечаток от пилы. Значит, тут пропитка, видать, не получилась стопроцентная. Ну, в общем, шов был очень-очень крепкий, я считаю.